Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «Прогулки с Натальей». Излюбленным местом встречи всех харьковчан является 16-метровый градусник, расположенный около выхода станции метро «Исторический музей» на углу дома номер 1, с которого и начинается улица Сумская. Идея разместить здесь градусник возникла лет 50 назад у одного из харьковских чиновников после визита в Москву. Там он увидел термометр высотой около 6-8 метров, расположенный прямо посреди улицы Горького. Градусник ему настолько понравился, что по приезду домой он распорядился поставить такой же, только лучше и больше. 1 мая 1976 года состоялось открытие градусника. Впрочем, тогда 16-метровая новинка из-за некачественной подсветки была еле видна в ночное время, а после того, как в нее дважды угодила молния, ее и вовсе выключили. Первый градусник провисел до начала 90-х годов. В 1997 году старый градусник демонтировали и вместо него поставили новый. Именно с этого момента и начинается история градусника, который мы знаем сейчас. На этом все. Это очень краткая история этого места. Напишите в комментариях, а часто ли вы назначаете встречи под нашим харьковским градусником. Все, будем прощаться. Пока-пока. До новых встреч.